Какой все-таки был план на бой? План, конечно, был. План... Мы его забыли. План был такой, что с ним не рубиться, уходить по сторонам. То есть так вот. Был такой план, ну, старался, что мог делать. Вот. Ну, он, да, он хороший боксер, то есть там все показал. Но я понимал, что он не выдержит такого темпа, который постоянно идти, все равно будет последний раунд, как бы ему будет тяжело. Окей, Олег, теперь к тебе вопрос, что дальше? То есть бой был отборочный, победитель боя выходит на чемпиона мира. Дальше должен быть бой за титул чемпиона мира. Единственное, что мы не знаем с кем, потому что сейчас Васкес чемпион, но он скоро дерется, отстаивает свой титул. Вот, то есть, и вот с победителем того боя, Васкес, не помню, с кем он будет драться, должен драться Денис. Денис, гипотетически, если бой Васкес и ты снова состоится, как ты будешь побеждать его в этот раз? Ну, конечно, уже поменяем план тренировок, там, все, кардинально будем менять. То есть уже будем подходящих спарринг-партнеров искать, то есть таких, которые, как он. Ну, я думаю, все будет по-другому. Я готов. Ладно, ребят, я вас еще раз поздравляю. Секунду. Специально для Allboxing Data.ru. Прошу. Денис, два еще вопроса. В шестом раунде я заметил кат на твоем глазу. Как это получилось? А получилось, что он мне нанес слева, снизу поднял мне. То есть я... Это был апперкот? Это был апперкот, да. Это было не столкновение головами? Да. Я просто почувствовал, что у меня сразу кровь полилась. И было плохо видно. Ну потом замазали и стал нормально, все хорошо. Ну вообще ты доволен своим? Конечно, доволен. Это опять же у меня такой шанс опять предстоит, что драться за чемпиона мира. Я полностью доволен. Поздравляю еще один раз. Спасибо.